Эту девушку съели 400 лет назад первые поселенцы Северной Америки. Человеческие останки нашли в 2012 году американские археологи. На костях девушки были ярко выражены следы каннибализма. На нижней челюсти были характерные надрезки. Мягкие ткани удалены с помощью ножа. И, судя по всему, каннибал был неопытен. Англичане прибыли в Новый Свет 14 мая 1607 года. Они основали тут форт, который назвали Джеймстаун. 22 июня корабль отбыл обратно в Англию за новой партией поселенцев и провизией, оставив в форте 104 человека. 80% из них погибло в результате голода и болезней. Известно и о людоедстве, жертвой которого и стала эта 14-летняя девочка.